Всем большой привет! Добро пожаловать в хижину музыканта. Меня зовут Раиль Арсланов, и это значит, что вы сегодня точно научитесь играть песню Fire, Man, Miyagi и Эндшпиль. Где же найти мой кавер на данную песню? Конечно же, на канале или в подсказках где-нибудь здесь. Почему я сегодня не в военной форме, как обычно, а в красной какой-то? Просто решил в преддверии новогодних праздников создать новогоднюю атмосферу и для этого купил на сайте всемайки.ру интересную вот такую красивую толстовку новогоднюю и даже пробил для вас 10% скидку на любой из товаров на сайте. Это кепку, кружку, свитшот, шапку, подушку. И самое главное, на сайте еще есть конструктор, куда вы можете загрузить фотографию, например, мамы или девушки и сделать принт очень качественный и крутой в виде доступного новогоднего подарка для своих любимых. Ссылочка в описании. А мы начинаем. Очень простые аккорды. Три аккорда. Аккорд С. Аккорд Д. И аккорд ЕМ. Я исполнял песню на полтона выше. Вы тоже можете искать свою тональность, в которой вы круче всего споете. Все начинается с перебора такого. Аккорд С без указательного пальца зажимаем, делаем слайд на третий лад пятой струны и дергаем четвертую зажатую на втором ладу вместе с первой открытой. То есть бас, раз, два, три, бас, раз, два, три. Сдвигаемся на аккорд Д, но в этот раз зажимаем первую струну на втором ладу и дергаем бас, раз, два, три, бас, раз, два, три. То же самое. И слайд на седьмой лад. Сжимаем барре на всех струнах, начиная от пятой вниз. И четвертую струну на девятом ладу. И дергаем тоже бас, четвертую с первой вместе. Играем два раза больше. Попробуем спеть с нуля. Запнутыми стенами давила та печаль, куля неведом, налегай, налетай. Силы забирала, забирала саншайн, но мне тебя мало, моя бэйби, давай достанем до звезд, так это потому. Музыку любовь не отдам никому. Крик это теплом раздувало пожар, огради меня, мелодия, от этого кошмара. Начинается бой в стиле мумбатон. Для этого берем аккорд С и ребром большого пальца делаем удары по струнам возле нижнего порожка. Раз, два, три. И после небольшой паузы делаем удар по верхней деке безымянным пальцем. Шлепком так. Раз, два. Отлетать должен большой палец. Щелчком вот так. Аккорд С. Тьфу ты, Д. Играем все так же. Дальше, закрывая глаза, представляю без устали. Здесь начинается второй бой. Так он звучит. То есть, закрывая глаза, представляю без устали. Really, really, really love. Закрывая глаза, представляю без устали. Бой довольно непростой и свежий для нас с вами. Аккорд С играем на приеме palm mute, то есть каждый удар у нас блокируется ребром правой руки. Нужно сыграть вниз, вниз, вверх, вниз. Удар вверх только по открытым получается. Все удары прямо с размаху вниз,
блокируя струны. Раз, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз, еще один вниз добавляем и снова крутим бой заново. Вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз, 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 вверх, вниз. Потом еще один удар вниз. То есть все, весь этот бой связуется одним ударом вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз, 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 вверх, вниз. Вниз, вниз, на аккорд D переходим. Вниз, вверх, вниз. Вниз, 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 вверх, вниз. Вниз, ЕМ, вниз. Вниз, вверх, вниз. Вниз, 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 вверх, вниз. И так сидим на аккорде ЕМ. Начинается припев, который я покажу во второй части разбора этой песни. Ждите, скоро она выйдет, эта часть, да. Всем пока.